Всем привет! Показываю, что будет после оплаты. Вам прилетит автоматическое письмо такое. Вот. Здесь будет ссылка на скачивание таблицы. Когда вы на нее нажимаете, переходите на мой Яндекс.Диск, где у вас 1, 2, 3, 4 это видео, а 5 это сама таблица. Можно, соответственно, нажать скачать все, а можно скачивать по отдельности. Ну вот давайте таблицу пока возьмем. Нажали на таблицу и нажимаем скачать. Вот, компьютер нас обычно спрашивает, куда скачать, куда ж я скачаю-то, ну вот сюда, предположим, окей, да, и внизу вот видно, как оно скачивается, нажимаем, вот. Итак, как выглядит таблица, смотрите, у нее 1, 2, 3 листа, к каждому листу как раз вот видео есть, вот это видео, как что менять. Вот, и помните, что если вы даже все сломаете, все тут как-то не так сделаете, я вам заново сброшу, ничего страшного абсолютно. На первом листе у нас с вами рецепты, то есть что по рецепту, сколько вписываем, по какой цене, там что покупали, инструкцию я записала, все можно менять. Вот, можно добавлять, передобавлять. Дальше здесь у нас, смотрите, что еще, какой был декор. Палочки, подложечки, коробочки, все сюда можно вписывать. А, еще важное замечание. Видите, разрешить редактирование надо нажать, чтобы можно было пользоваться. О, все, окей. Дальше, на второй странице мы с вами будем вносить то, что еще потратилось. А на третьей странице мы должны учитывать с вами время, да, сколько мы в часах потратили, сколько мы хотим прибыли, сколько было заказов и так далее. Подробно не переживайте, все получится, потому что помните, да, что инструкции я же записала, еще инструкции. Вот, так, сейчас сверну, вот, еще инструкции есть, как, что менять, прям подробненькие инструкции. Вот, поэтому пользуйтесь на здоровье для того, чтобы пользоваться таблицей. Нажимаем «Хочу таблицу», нажимаем кнопочку красную «Хочу таблицу».